Всем привет, девчонки! Добро пожаловать на мой канал. Рада приветствовать вас здесь. И сегодняшнее видео будет о разборе косметики. У меня вот тут целая огромная такая косметичка. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Косметичка уже у меня не раз выпадала из рук, потому что она не закрывается. И давайте я покажу, что же я решила отдать. Все это я отдаю своей подруге. Все здесь хорошее. С хорошим сроком годности, то есть срок годности не истек, просто я реально не успеваю этим пользоваться, либо отдаю то, чем я не пользуюсь в течение полугода, например. Там полугода я это не пользуюсь, я всегда это отдаю. И давайте начнем, наверное, с лаков, потому что здесь их большинство, наверное. Лаки я вот буквально недавно вроде как отдавала, но посмотрела, что у меня еще есть. Решила отдать еще. Так, вроде вот все лаки, которые здесь есть. Так, первый лак, который я отдаю, это вот такой красивый голографик, по-моему, называется от Catrice. Потрясающий цвет у него. Вот, но у меня был точно такой же, и я не помню, что я с ним тоже его, по-моему, отдала. Вот, номер 55. Гэдзе Блуис. Вот такой очень интересный лак. Очень красивый, но на мне лаки долго не держатся, поэтому сейчас я редко крашусь. Следующий лак потрясающего качества от Limoni. Очень красивый, здесь его половинка, но у меня есть белые лаки. Следующий, одна из моих любимых марок, это Nail Look. Вот такой Real Sugar, то есть с эффектом сахара, да, такой. Вот, тоже у меня есть подобный, поэтому отдаю. Следующий лак это от Essence Color Go, вот такой синий. У кого-то я его подсмотрела и тоже захотела, но в результате им не пользуюсь. Так, следующий лак тоже от Nail Look. Это такой с матовым финишем. Очень красиво, он переливается как хамелеон и матовый. И два лака, которые закрепители. Первый это железная твердость. Это, по-моему, от какой же это фирмы? А, El Corazon. Вот, железная твердость. И второй от Catrice. Gel-like top coat. Топовое покрытие, гелевое. Вот, хороший. Вот этот мне нравился, но у меня сейчас есть другой. Так, это что касается лаков. Следующее, что у меня тут есть, это различные пробники. Такого тонального крема у меня не подходит, поэтому второй пробник отдаю подруге. Аромат Кинзо и аромат Шанель. Пятерка. Так. Следующее. Отдаю вот такой крем. Он мне очень нравится. Я им с удовольствием пользовалась сегодня, даже последний день. Вот видите, сколько его осталось. Но его реально очень много. Срок годности до конца января. Вот. Я как бы, может быть, и успела его закончить. 110 грамм. Но тут он очень плотно набит. Это шоколадное суфле. Но у меня сейчас есть два крема, поэтому я, наверное, не успею допользовать, поэтому отдаю. Так, следующее это тени. Отдаю вот такую палетку от Catrice. Absolute Bright. Не пользовалась где-то полугод. Около полугода. Мне нравился вот этот оттеночек, да, розовенький. А вот, вот этот оттеночек и вот этот. Вот в основном ими я пользовалась. Вот. Отдам, может быть, ей пригодится. И еще одни тени. Это Color Tattoo в оттенке 97. Vintage Plump. Такая сливовый оттенок. Они практически новые. Я просто куплю на замену другой оттенок им. Так, следующее это губы. Отдаю две помадки. Это тинт от Holika, по-моему. Он тоже у меня, видите, практически новый. Тинт очень долго держится, очень стойкий. Но я им не пользовалась долго. И такую помадку от Essence в номере 13. Видите, номер 13, Love Me. И это аналог помаде Please Me от MAC. Вот, я ей пользовалась раза два, наверное. И потом как-то, не знаю, почему-то перестала. Поэтому думаю, что она у меня будет лежать. Видите, практически новая. Поэтому отдам ей. Может, она будет пользоваться. Надеюсь, что будет. Вот, и еще последние продукты. Это для глаз. Карандашики, лайнеры. А здесь у меня, в общем, один лайнер от Tarte Visage. Он хороший, но у меня еще, раз повторюсь, есть еще 704 отдаю. И три карандаша. Вот один такой сиреневенький с кисточкой для губ. Хотя он вроде для глаз, не знаю, в общем. Я им для глаз лично пользовалась. Вот, не знаю, почему тут кисточка для губ. Может быть, он для губ. Старехонький карандаш.
Карандаш для бровей, такой обычный коричневый, и карандаш для глаз черный от L'Oréal. И знаете, такой парадокс, вот этот карандаш я им пользовалась от силы раза три, может быть, 101 оттенок, вот. А в свои школьные годы я обязательно обводила черным карандашом верхнее и нижнее веко, подводила и тушь. Вот это был мой идеальный макияж на каждый день. В школу я красилась именно при помощи черного карандаша, и черный карандаш у меня был всегда в наличии. Но сейчас я так не пользуюсь. Вообще карандашами редко пользуюсь, особенно черными. А вот подружка, она пользуется, поэтому отдаю ей. Вот это получается вся косметика. Не знаю, влезть она хотела отдать с этой косметичкой, потому что у меня много косметичек. Попробую утрамбовать все. Вот, девчонки, это все, что я отдаю. Жду вас в комментариях. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.